На мажорной ноте челябинцы заканчивают для себя сезон 22-23 годов. Команда, поддерживаем нового главного тренера. И Жабанова оставили одного. И он бросил, и он забил. Шабанов. Бросок, добивание и сейв. Два подряд гол. И, кстати, я полагаю, что Максим Шабанов получит балл за передачу. Максим здорово сыграл трактор сейчас. И счет равный. Макс Шабанов.